Всем привет! С вами канал Артмания. Так мой день сегодня проходит. Кстати, плиту я так и не могу помыть. Никак я до нее не могу добраться. Сейчас вот готовлю кухонку свою. Хочу сделать вам не сейчас, это будет попозже немножечко обзор своей кухни, что у меня находится в шкафах. Это будет отдельный ролик. Но перед этим я хочу помыть свою плиту. Но это явно, наверное, не сегодня. Может быть, я ее завтра помою, потому что сегодня у меня уже с утра болела спина. Вот, я вчера устала очень сильно, то, что вчера вот, позавчера пришлось двигать, батарею нам ставили, смотрел кто предыдущий ролик, вот, сейчас я варю кашку гречневую Диме, вот, тут у меня уже завявшая сирень, там, кстати, ах, это, наверное, не будет видно, вон там, вот тут. Где? Вот тут сбоку сирень там, короче. Там, представляете, кусты, не кусты, а деревья сирени три разных цвета. Светло-фиолетовая, белая, и за ней темно-фиолетовая. Блин, так классно смотрится вообще, просто шикарно. Так, и тут у меня уже готовится хлебушек. Смотрите. Видите, там зелень. Короче, с сыном мы решили сделать сегодня хлебушек. С этим, господи, не петрушка, как ее, укроп, с укропом. Я уже приготовила чашку, там еще осталось 10 минут, почти 9 уже. Вот сейчас я буду все это пересыпать. Короче, у меня обед проходит вот так. Сейчас я быстренько поставлю хлеб и пойду наконец-то сяду за компьютер. Вчера у меня, кстати, компьютер глюканул очень сильно. И пришлось вчера, я просидела почти до 3 часов ночи, перекидывала все свои данные, все свои ролики, которые сохраняла на внешний жесткий диск. Вот, глюканул, короче, экран начал показывать, ну, мигать разными цветами. Красный, начало это все черный, синий. И я вижу, блин, думаю, синий экран. Черт, думаю, все, опять проблемы начались. Потом, хоп, красный. Думаю, красный, боже мой, думаю, что же делать-то? Думаю, почему красный экран? Потом раз, там что-то желтый. Я думаю, желтый? Ну ладно, думаю, желтый еще хоть как-то, куда бы ни шло. Потом раз, зеленый. Думаю, зеленый? Странно. Думаю, что-то действительно очень странно. Потом опять синий. Вот он вот так, короче, мигает, блин. Никакой информации толком я не нашла в интернете, об этом вообще ничего нет, не написано. Ну, вроде бы как, может быть, это либо что-то полетело, но компьютер сам включился, либо, короче, это монитор. Может быть, когда я двигала компьютер, может быть, там что-то немножечко отошло. Что ж такое, соседи опять стучат. Хорошо, что сегодня я ролики не стала снимать. А то было бы неприятно, начинаешь вот так снимать, а тут соседи так барабанили, прям вообще, как будто, знаете, как будто взяли кастрюлю и по ней барабанили. Вот честно, мне хотелось, у нас вот теперь с соседями труба общая, мне так хотелось взять какую-нибудь металлическую ложку и постучать прям по этой батарее. Я думаю, блин, ну невозможно. Я думаю, ну ладно, барабаню, думаю, ладно. Вот, сейчас у меня уже скоро тут доваривается. Сейчас будем... Ну да, я не буду, конечно, там 7 минут уже осталось. Не буду ждать, сейчас я вот переложу. И будет у нас сегодня свеженький хлеб. На дачу мы сегодня не поехали. Вот, вчера мы с мамой немножко опять поссорились. Вот, она опять на меня рявкнула, типа, как я виновата. Короче, она купила на тот... Причем она купила, она заказывала на ту батарею, то есть вот такой вот бабочкой, бантиком. И вот такой вот кранчик. И вроде как правильно этот кран должен стоять вот здесь сверху. Но слесарь говорит, что он должен быть внизу. Если этот кран поставить вот тут сверху, то он будет кверх ногами, его сорвет. Вот. Ну, короче, маме это все очень не нравится. Она на меня опять рявкнула, опять мы поссорились уже второй раз. То есть вот тут было вот поставили, мы ссорились. Теперь в моей комнате поставили батарею. Мы опять поссорились и... мы не поехали на дачу, она даже за нами не заехала, хотя мы договаривались, мы встали с ребенком рано, на дачу собрались. Она не позвонила, но я не стала сама звонить, ладно, думаю, отойдет, позвонит. Ну, блин, ну, короче, как-то так. И то, что мне будет, конечно, неудобно убавлять, было бы мне, конечно, удобнее здесь, но следствие говорит, что убавлять правильно надо здесь. Придется мне, короче, каждый раз просто лазить под стол.
Вот, ну я не знаю, как правильно, но он сказал, что получится как вверх нога. Фиг знает, короче. Не знаю я. Чё да как там? Ладно. Короче, такая вот у нас ситуация. И мы сидим дома, все готовим, у нас суббота. Все готовим, готовим хлебушек, готовим кашку. Там до этого я приготовила кашки совсем очень мало, чтобы нам хватило как раз до пятницы. Соседи стучат. Чтобы нам хватило до пятницы, и в итоге вот я готовлю снова. Что-то прям накипит бы сильно вообще. Так вот. А тут, кстати, вон капусту я делала. Надо ее выкинуть. Поставила, думаю, вдруг она оживет. Нет, что-то она не оживает. Тут это у меня с обзоров, чак-чак. Короче, уже такое вот более-менее начинаю прибираться. Вот осталась вот только плита. Блин, ну никак не могу до нее добраться. То некогда, то устала, то спина болит. То, кстати, ну ладно, потом покажу. Мультиварку мыла недавно. Всю полностью ее очистила, эту мультиварку. Вот, еще, кстати, надо это, хлебопечь. Кстати, очень классно, когда сверху ваша хлебопечка, или даже лучше всего мультиварка, стеклянная. Вообще классно. Именно вот, ну, кнопочки вот эти вот сенсорные. Берете просто губку с фэри или аос, ну, вот такая с пенистой. Наносите сверху, ну, мочите там, наносите сверху. И потом тряпочкой все это стираете, и она у вас идеально чистая, прям идеально. Вот я много раз, кстати, ее вот так вот мыла. Поверхность прям просто идеальная, прям класс. Никогда не покупайте какие-то там с наклейками или черные, или... Ну, тут вот она еще глянцевая, может быть, еще так нормально была бы. А вот другая, ну, тут прям вообще классно. А, что это, блин? Короче, забыла я про хлеб. Конкретно забыла. Короче, пока вам монтировала очередной ролик, тесто решило сбежать. Но это все поправимо на самом деле. Его просто нужно запихнуть теперь обратно. Блин, вообще. Жалко, что это как, типа, знаете, не мультиварка. Сначала подымает тесто, потом это... Ну, именно вот духовка я имею в виду. Ай, кошмар. Вот так вот интернет делает такие... Я вообще напрочь забыла, представляете? Первый раз у меня такое. Обычно я не отхожу. Ладно, хоть это... Не испачкала духовку. А то духовку бы еще мыть пришлось. Там чуть-чуть есть какие-то капли. Ладно. В принципе, он такой более-менее. Наверное, можно, я думаю, уже и включить даже побольше. Как у нас там гоняет. Короче, будет он сверху такой... Корявенький хлебушек. Забыла. Вот так вот. Бывает такое даже. Вот такой хлеб у меня сегодня получился. Ну, такой хлеб, честно, у меня получился первый раз. Он взял там, конкретно прилип. Ай, блин, вообще. В прошлый раз делала я манник. В этой форме. Здесь конкретно вот так просто он весь прилип. Был, видимо, настолько нежный, мягкий, что ли. Сегодня... Ну, правда, потом я еще делала хлеб. Но сегодня вот хлеб у нас вот так прилип. Ну, обычно по бокам бывает. Но с этой стороны. Это же кошмар. Ну, да, вы сейчас скажете, ну, ничего страшного, потом отломишь, сверху положишь. Ну, да. Наверное, в принципе, я так и сделаю, скорее всего. Еще там на клей насажу или на маслице, скорее всего. И все, будет не очень такие заметно, да? Не успела заснять. Как ты отрывал, да? Отрывай еще. Положи этот. О, вот как он отрывает. А вкусный, кстати, ароматный такой. Хоть я и добавила эти укропа где-то 1,5 чайной ложки, наверное, была там. Ну,
как бы достаточно. Чувствуется. Да? А вот эта корочка, она прям такая хрустящая. Что-то мягенький. Как голодный зверек. Не теряется? Ну, оставь ее, ладно. Нет? Видимо, у меня на кухне завелась мышка. Подозреваю. И, по-моему, даже я знаю, как звать эту мышку. Как звать эту мышку? Мышка, мышка, тебя как звать? Мышка, как звать тебя? Мышка. Мышка. Пи-пи-пи. Звать меня Дима. Пи-пи-пи. Не мешай мне кушать. Ам. Ням-н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 ям. Ам. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дим. Дима. Ну что ты, ну все. Все, я забираю, да? Тут уж ты все прям забрал. Голодный ребенок. Такой вот получился. Ну и с этой стороны, конечно, он у нас сбежал. Получился тоже какой-то прям это. Такой. Короче, убежал мне сегодня хлеб. Пока я сидела. В обед еще монтировала очень-очень-очень много роликов. Никак не успеваю, не могу их никак разобрать все. Ты что там докладываешь? Невкусно, что ли? А? А? И хрустит, что ли, даже? Ням-ням-ням-ням-ням. Дашь мне? Угостишь? Чуть-чуть. Это ты мне даешь столько? Так мало, сына? Ничего себе, угостил маму. Кто из нас мышка, ты или я? Я тебя в следующий раз тоже так же угощу, когда ты меня попросишь. Жадина. Все, Дима кушает кашку. Хлебушек отрезали. Наш зеленью. Кстати, а нет, видно вообще-то. Он такой ароматный, так зеленью пахнет. И моя порция. Наложила себе немножечко совсем. И Диме еще греется котлетка замороженная, да? Мама наделала когда-то и заморозила их. Да? А потом Диме просто разогреваю котлетки. Даешься. Вчера ели, мы вдвоем ели котлетку. Она такая нежная. Ну не котлетка, а ежик. Нежная, прям обалденная. Так приятно кушать. Мягко. Сегодня у нас прям необычный такой день. Да? Вот она, Димина. Ой, блин, она так пахнет. Смотрите, какая нежная. Котлетка ездит, да? Да, котлетка. Смотрите, мясо. Она прям ломается. Мясо, да? Нежная, да. Она вот там рис, вон виден, вот он. Рисинка. Это ежик. Ёжики, они вообще у меня получаются всегда такие нежные, вообще прям классные, обалденные просто. Сейчас он остынет, будешь кушать. Ну да, да, положим котлетку. Туда положить тебе? Иду, да. Ну давай туда сейчас положу. Да.